Полиция поздравила с днем первого президента. В честь праздника начальник департамента внутренних дел области Нурлан Рахимберлин вручил 21 сотруднику правоохранительных органов нагрудный знак казахстанской полиции 20 лет. А еще 31 полицейский получили грамоты. Подробнее далее. На данное мероприятие собрался личный состав сотрудников полиции. Начальник департамента внутренних дел области Нурлан Рахимберлин, поздравив всех, вручил 21 полицейскому нагрудные знаки 20 лет казахстанской полиции. Без внимания не остались и сотрудники органов внутренних дел Жанаркинского района. Если некоторым вручили наручные часы, то еще 31 полицейский получили грамоты. Также в ходе концертной программы 13 сотрудникам ДВД области были вручены благодарственные письма. Кроме того, Нурлан Рахимберлин торжественно объявил благодарность за отличное несение службы. Мирамгуль Салкимбаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.